Так, окей, Фрэнс. Итак, внимание. Если вы сейчас меня внимательно послушаете, то ничего сложного у вас не будет. Мы сегодня всего выучим 3 новых слова. Итак, внимание. Так, пишется слово what. Что у меня написано? What. Так, когда же мы употребляем слово what? Что? Когда мы спрашиваем, что это, правильно? То есть, когда речь идет, например, о предмете. Любой предмет. Ну, например, elephant. Или возьмем другой предмет, чтобы вам было. Clock. Да? Возьмем clock. Так, еще разочек. Что написано у нас? What. What. What мы спрашиваем, когда речь идет о предмете. Что написано? What. What мы спрашиваем, когда речь идет о предмете. О предмете. Very good. Запомнили? Yes. Сложно? Yes. No. Okay. Ну, я же говорила, что вы у меня молодцы. Дальше поехали. Вот так пишется слово who. Who. Who are you? Например, у тебя какая-то фраза такая. Who is this? Who, когда мы спрашиваем о ком? Или о чем? Нет. Who, когда мы спрашиваем о человеке. То есть who это кто? Вот вам человек. Школе изучали. Окей? Три вопроса. Who, когда речь идет о ком? О человеке. Это что? What. What, когда речь идет о предмете. Это что? Who, когда речь идет о человеке. Если вот Иван пришел к нам новый, и я у него хочу спросить, кто это? Who is this? Да. Принес с собой сегодня льва ребенок, красивого, показал мне, да? Тогда я спрошу, какой вопрос? What is this? Понятно, да? То есть, если я речь веду о человеке, значит, спрашиваю, who is this? О предмете, значит, what is this? Окей. А теперь, внимание, еще один вопрос. How? How are you? Правильно. Когда речь идет о чем? Как дела? Да? То есть how это как? How are you? Какую песенку сразу вспоминаем? Hello, how are you? Hello, how are you? Да? Все мы уже знаем. How are you? Знаем. Итак, еще разочек. Это у нас what? Когда речь идет о предмете. Это у нас who? Когда речь идет о человеке. Это у нас how? Когда речь идет о том, как дела. То есть любые эмоции, да? Что может быть? Это I'm... Что это такое? I'm happy. Еще что можно ответить? I'm cold. Еще что можно ответить? I'm sad. I'm happy. I'm great. Молодец. I'm hungry. Умничка, молодцы. I'm good. Да. I'm fine. I'm... Okay. Okay, thank you. Ну что ж, по-моему, ничего особо сложного пока нет, да? Yes? Yes. Okay. А теперь внимание. Ну, это, наверное, самый сложный момент, я так думаю, был уже. I give you 1, 2, 3. Зачем? Слово записать. Как надо их записать? Большими, потому что вы их будете что делать мне? Показывать. На каждом листике одно вопросительное слово. Я также вам раздам фломастеры, маркерс, темненькие выбираем и записываем. Ну, можно своими, как тебе удобно. Please, так, three. Лиза, please, раздай пока фломастеры. А я листики пока раздам. Это у меня... Записывать? Yes, большими буковками. Очень большими, очень красивыми. Так, чтобы одно слово поместилось на один листик, чтобы Ольга Олеговна это увидела. Темненький берем. Yes, нужно, уже нужно писать. Зачем же ты на руках у себя пишешь? Thank you.
Так, есть, хорошо. Можно еще больше писать, еще крупнее. Можно, Лиза, покрупнее писать. Вот, вот, хорошо. Вот так хорошо. Так, я не увижу так. Я так ничего не увижу. Бери маркер. Лиза раздавала. Так, есть. Ага. Ну, он же ж не взял. Все. Тогда. А я не слышу вас. Are you ready? Yes. Okay. So, задание следующее. Я называю слово, а вы мне его показываете. То есть проверим, как вы умеете читать. Но проверим, как вы научились читать эти слова. Итак, who. 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 Подсматриваем сюда. Who. Yes, okay. What. Who. How. Who. How. What. How? Who? Окей, okay. Какое слово сложнее всего читать? Запомни, сложнее who? Всего. How? А вам какое? Who? Мне лично тоже кажется, что who самое сложное здесь. Но ничего, вы справились, отлично, молодцы. А теперь поднимите мне слово, которое мы будем спрашивать, когда речь идет о человеке. Так, и назовите его, пожалуйста. Браво! Окей, поднимите мне такое слово, если я хочу спросить, как дела? Как оно называется? How. How. Умнички мои, браво, супер, супер, very good. Поднимите мне слово, которое я хочу спросить о предмете. What? Что это за слово? What? Okay. What? Very good. Thank you very much. Ну что ж, а теперь задание следующее. Здесь будут картинки. В зависимости от того, что вы увидите предмет, тогда будете что показывать? What. Если там будет человек, вы будете показывать who. Если смайлик там, да, или вот так вот good, то тогда вы будете показывать how. Okay? Пока работаем все вместе, все дружно. Так, пока внимательно смотрим на картиночку, поднимаем карточку и называем слово. Не слышу вас. Wow. Okay. Ху, конечно, это же девочка. А девочка, это, между прочим, не предмет. Если мальчики не согласны, то сейчас получат. Так. What? Окей, what? Не слышу вас. How? Yes, how? Окей. Who? How? Who? Okay. What? Who? Денис, никто не путает. Who? What? What? Сева, молодец. Самый первый сказал what? How? 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 Yes. What? 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 Okay, friends, that's good. What? Да. Okay. То есть, вот это будет уже не what, а что? What is this? Okay? Please. Поднимаем и называем. What is this? Три слова. What is this? А я вам отвечаю. It's a ruler. Are you? Все время три слова. Еще разочек. How are you? I'm good.
компьютере есть такая программа Windows, да? Она выглядит окошком. Вот это Windows. Так. Who is this? Еще разочек. Who is this? It's Mr. Bean. It's a man. It's a man. Okay? What is this? It's a bag. Who is this? It's a baby. Baby. How are you? Are you happy? Дальше поехали. Who is this? It's a teacher. Учитель. It's a teacher. How are you? I'm happy. Who is this? It's a girl. No, it's a boy. Yes? No. It's a girl? Yes. It's a girl. What is this? It's a door. It's a door. It's a door. Who is this? А попробуйте вы ответить на этот вопрос. Who is this? Попробуйте ответить. It's a girl. Thank you. Так. How are you? Попробуйте ответить. I'm sad. Yes, I'm sad. Okay, thank you very much. Очень сложно было? Нет. Никто не умер? Thank you. Так, карточки не теряем, они нам очень нужны. Так, убираем карточки в надежное место. Это может быть пенал, это может быть карманчик, если вы диск убрали, да? Это может быть что угодно. Так, okay, friends. And grammar book, okay? Open your grammar book. Grammar book. Раз мы изучали грамматику, значит, у нас сейчас будет grammar book. Page 7. Grammar book. Page 7. Grammar book. Page 7. My marker, please. Thank you. Итак, внимание. Page 7. Exercise 5. Thank you, Lisa. Exercise 5. Что у нас тут написано, Лиз? Помоги нам. What? Color. What? Red. Что нам нужно сделать? Что надо красным закрасить? Слово? What? Так, дальше читай, Денис. Второе, что нам надо сделать? Color. Blue. Что нам надо сделать? Накрасить. Синим или голубым. Какое слово? Какое слово закрасим? У. Дальше читай, Яна, что еще надо сделать? Кала. Не. Хау. Yellow. Что надо сделать? Закрасить. Какое слово? Хау. Каким цветом? Yellow. Так, еще разочек. What? Мы красим каким цветом? Red. Who? Blue. How? Yellow. Если вы сейчас все правильно покрасите, то у вас получится с картинка с одним английским хорошим словом. Окей? Все. Good luck. Удачи вам. Как сказать по-английски? Please? Pencil. Here you are. Is it blue? У тебя ярко, красиво получается. Молодец. Не выходи за клеточки, вообще будет все прекрасно.